В каком состоянии находятся пострадавшие в крупном ДТП, произошедшем 21 июля в Веденском районе Чечни? Раненых накануне навестил глава Ботлихского района Магомед Патхулаев. На сегодняшний день состояние их стабильное, но, по словам медиков, транспортировать в Дагестан их пока нельзя. Напомню, что микроавтобус с людьми, который направлялся в село Анди из Хасавюрта, упал в пропасть глубиной 200 метров. ЧП произошло недалеко от села Харчой. В аварии погибло 11 человек. Шестеро были госпитализированы в различные больницы Чечни. Среди них один мужчина, три женщины и двое детей. Ну а в свою очередь общественность села Анди, родственники погибших и пострадавших в результате страшной трагедии в Веденском районе выражают слова благодарности и глубокой признательности главе Дагестана Рамазану Абдулатипову за проявленную моральную поддержку и оказанную материальную помощь пострадавшим семьям.